Привет, дружочки-пирожочки. Смотрите, какая у меня тут сегодня чудесная посылочка ко мне пришла. Прислали мне свитбокс на обзорчик и такую палету с кучей коробочек сюрприз. Так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И чтобы больше видеть классных обзорчиков, обязательно прижимайте большой палец вверх и подписывайтесь. И нажимайте лайк, и подписывайтесь. Итак, свитбокс, что же это такое? Вот мне так прислали, но обычно вы можете их видеть просто такими коробочками. Серии огромное количество. У меня на канале много свитбокс сафронов, можете написать и увидеть, сколько у меня разных интересных свитбоксов было. У меня для вас серия «Говорящий том. Супергерои». Герои. «Говорящий том». Вообще была такая игра, я помню, очень на телефоне все прикалывались, еще когда первые телефоны стали появляться, и он так повторюшка был такой, довольно забавный. Но потом там начались и мультики, и всякое, вот. И вот эта коллекция, мармелад с игрушкой, свитбокс, будет там пакетик с мармеладом, игрушка, фигурка какая-то. Здесь они просто нарисованы, хочется посмотреть их вживую. Всего 1, 2, 3, 4, 5, всего небольшая коллекция, есть шанс, что соберем. Лайк на удачу, конечно, обязателен, но надеюсь, что все получится собрать. Итак, аккуратненько открываем упаковочку. Ну, как получилось. А насколько получится аккуратненько. И смотрим, что у нас внутри. Итак, это мармелад. И вот в таком пакетике. И, как всегда, тестим. О, розовенький, давно не было. Это клубничка, что ли, по-моему, или малинка. О, каждый раз они, кстати, сюрприз какой может быть. То есть сочетание цветов и вкусов может быть в каждом пакетике разное. У каждого, наверное, свое любимое. Но их можно и сразу все съесть. Но я съем вот эту. Давно что-то она мне не попадалась, мне кажется. Это на вкус клубничка. И вот такой пакетик. Это официально лицензионный по «Говорящему тому» героям фигурка. Так что для любителей оригинальных коллекций то, что нужно. Так, внутри какой-то буклетик. Кто это попадается? Анжела. Отважная, с востренным чувством справедливости, всегда готова помочь людям. В этом ей очень помогают особые розовые очки. Она видит мир в розовых очках. Повышающие зрительные способности. У нее суперспособность, суперскорость и гаджет очки для суперзрения. Вот такая. И фигурка. Вот она. Фигурка, кстати, да, без подставки. У них вот здесь... Хотя нарисовано, что должна была быть подставка. Но подставки я здесь не вижу. Может быть, она где-то в коробочке. Может быть, нет. Может быть, забыли положить. Посмотрим. Вот такая. А что это, может быть, она умеет делать, нет? Интересно, интересно. Такая вот у нас, значит, супер наша героиня. Так, что-то синий цвет. Это от чего у меня покрасился? От пакетика. Пальцы покрасились. Будьте осторожны. Думала, что, она же не синяя. Вот. Так, это у нас вот такая вот с розовым, в розовом костюмчике. Ну, подставку хотелось бы иметь. Как будто она, конечно, стоит без подставки. Но так зато проще играть ей. Так, давайте следующего открываем персонажа. Мне прям интересно посмотреть. Ну, конечно, с подставками они более коллекционные, а так они больше игровые. Нет, они, скорее всего, все без подставочек. Просто нарисованы. Нарисованы как будто на подставочках, но их нет подставок. Посмотрим. Хочется собрать всю коллекцию. Так, в связи с этим мне открывать, но пальцы будут все синие-синие. Вот видите, немножечко. Так, это у нас Хэнк, новый какой-то персонаж. Это собачка, по всей видимости, любитель вкусно поесть. И частенько становится, причиной для многих проблем для друзей. Суперспособность у него удача, ничего себе. Гаджет – это бесконечный рюкзак. Угу. Так, и смотрим на нашего Хэнка. Хэнк вот такой вот, он ест прям, щеки набивает. Забавный Хэнк. И Хэнк, конечно, смешной. Конечно, смешной Хэнк. Вот такой вот. У него только супер его рюкзак покрашен в один цвет. Вот, ну и на подставочке хотелось бы, конечно, чтобы была. Но еще раз говорю, как игровухи, они тогда в этом смысле больше игровухи. Так, мармелад я откладываю, потому что это удобно, полезно. И такими небольшими порциями всегда иметь при запас. Куда-нибудь в сумочку, в рюкзачок закинуть несколько таких, даже если вы собираете коллекцию. Сразу не съели, а потом очень кстати будет. Так, что дальше?
Дальше у нас попадется ли... Коллекция небольшая, я надеюсь, что попадется. Что попадутся все персонажи. И мармеладик откладываем. И... О, повторочка. Ну, понятно, в таком большом наборе будут повторки. Повторку. Смотрите, у него костюмчик, у него немножко разного цвета, оттенка. Цвета и оттенка. О, разно-розовый. Здесь темно-розовый, здесь светло-розовый. Не знаю, так задумали или так получилось, но прикольно. То есть, что они могут быть, может быть, разного цвета костюмы. Так, вот она что-то плохо стоит на своих двоих. Все, как доминошки посыпались. Не, она лежит, то есть просто ей такой типа... Не знаю, они дерутся друг с другом или нет. Это для нас секретик. Так, кстати, никакой дополнительной информации на этих буклетах нету. Том, величайшая суперсила, любой вызов, собери всю коллекцию. Нет, продолжаем просто искать фигурки, чтобы собрать всю коллекцию. Есть все шансы для этого. Есть все шансы. Мармелад откладываем. Этот достаем. О, опять повторочка. Опять у нас. А у них цвет одинаковый? А у них цвет одинаковый, синий. Такие в конкурсе на супер поедание могут уступать, выступать, друг другу не уступать. Следующий. Ну, хочется уже новенького. Понятно, две повторочки это прекрасно, конечно. Супергеройский замес может получиться, но хочется, чтобы были новенькие. Так. Супергерой. Кто там? О, наконец-то. Это, по-моему, Том и есть. Главный попался. Ну все, главный у меня попался Том. Лидер команды. Какая же у него суперсила? Суперспособность у него. Суперсила и гаджет. Специальный жилет. Ничего себе. Ну-ка, специальный жилет. О, Том в специальном жилете, которого суперсила. Хотелось бы, чтобы еще значки были тоже раскрашены. Вот в этой серии. Том стоит. Том устойчив. Отлично. Следующий. Кто у нас на очереди? Хорошо. Три. Три персонажа уже попались. Из пяти. Осталось два. Это у нас Бен и Джинджер. Бен и Джинджер. Обязательно. Есть большие шансы, что у нас будет коллекция. Ускоряемся. Давайте. Это опять Том. Томми, приветствую. Отдыхай пока, Том. Томик, отдыхай. Следующий. Это... Кто? Это кто у нас? Давай, Бен. Большой Бен. Большой Бен. Бен. Да, я, как я угадал. Смотрите, это я, у меня моя суперсила вызывать нужные фигурки по запросу. Бен у нас с такой рукой. Вторая рука у него маленькая. Одна рука у него громадная, а вторая просто такая, смотрите, одна нормальная, а вторая у него, типа, просто одна лапка, а вторая у него кулачище. У него суперспособность – это интеллект, он очень умный, и у него есть магнитная перчатка. Он Магнето или Магнито. Бенито, Магнито, буду звать его. Остался последний, Джинджер. Ну что ж, три пакетика, и в одном из них три коробочки Sweetbox, и в одной из них должна, это, скорее всего, девочка, быть Джинджер. И это Бен. Нет, надо еще раз так с уверенностью сказать Джинджер. Сейчас будет Джинджер. А сейчас будет Джинджер. Вот здесь будет Джинджер. Вот тут вот. Джинджер. Не инжир, а Джинджер. Только, пожалуйста. Джинджер. 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 Да, видите? Вот моя, это моя суперспособность. А в последней я буду говорить миллион... Чего? Не имей миллион рублей, а имей миллион долларов. Вот такая есть пословица. Способность может быть невидимым. Ховерборд, летающая доска. Здесь нету гаджета этого. Просто вот с плащом. Летающий Джинджер. Самый младший в команде, однако... Это он все-таки, у него сильный характер. Сильный характер и вся коллекция есть. И давайте последним. Я буду считать, что тут у меня будет... Давайте так. Золото.
бриллианты, драгоценности. Давайте еще раз один мармелад откроем. Я люблю по традиции в начале и в конце. Таким образом, я съедаю две пачки мармелада и чувствую себя замечательно. В этот раз возьму такой манго. Мягенький, нежненький, вкусненький мармеладик со вкусом манго. И это джинджер. Что, всех по два у меня? Да, у меня всех по два получается. Смотрите, в этой палете. Это если бы у меня был братец или сестрица, то пополам коллекцию можно было бы поделить прям идеально из этой палеты. Смотрите. Два вот этих пёселя. Два Бена. Два Джинджер. Два Тома. Тоже два. Две розовенькие кошечки. Ну, одна из них, которая что-то у нее мешает стоять. И два вот этих вот обжорыча. Вот этих. Вот такая коллекция. Как вам? Пишите в комментариях, любите ли вы горящего Тома, не горящего, говорящего Тома, любите ли вы супергероев, эти вот. И обязательно ставьте комментарии, и пишите лайки, и главное подписывайтесь на канал. Давайте так, подпишитесь, чтобы были новые видосики. Пока-пока.